свободно? Да. Бегом тогда прыгай сюда. Ну, не идеальная я, делаю так, не умею зарабатывать иначе. Но ты ни разу меня не остановил, родной брат. Я толстая? Нормальная пышка. Никто не любит их, ни нас, ни их. Обойтись без нас не могут. А чё, а где девчонки? А, в тюрьме. Понятно, поеду заберу. Короче, есть у меня один бизнес-план. В Москве пробить очень сложно. Вот, а здесь дома поле не пахнет. А что за дело-то? Разбогатеть, стать счастливыми и независимыми. Девчонки, мы тут подумали, короче, решили уйти. Я тебе, сука, житья не дам. Это война. Ну что, девки, начало положено. Значит так, девочки, правило 3. Мужиков не водим, вещи не разбрасываем, плиту моем по очереди. Ты деньги хочешь вернуть или нет? Деньги можно по-другому выбивать. Какой глаз выстрелить? Может, ты долго? Ты рот закрой! Да, закрой! Денег нет. Но на нет и суть есть. Вы думаете, я злой, мне хорошо. Я Змей Горыныч, а вы заблудившиеся принцессы. Если ты что-то для себя решила, то при до конца не сворачивай. Ну, вы знаете, кто я? Знаю. Но это все было. А теперь нужно думать о том, что будет. Скажи, что у тебя все впереди. Ты обязательно встретишь своего принца в 30. Красотки так было, но это кино. Я в жизни не знаю. Сильно там страшно-то? Да нет, детский аттракцион. Проходите, присаживайтесь. Стоите такие несчастные. Страдают они. У нас ничего нет. А сами бы что сделали, а? Вы для меня всегда семьей были. Нам нельзя ссориться. Ну, фотку просто отправь, да и все. Сиськи, что ли? Ну, какие сиськи, Свет? Просто фотку. Как бы недосказанная должна быть, понимаешь, тайна. Рот?